огороде на пушистой грядке. Рос горький перец, рядом перец сладкий. Одной породы может даже браться. В этом деле надо разобраться. Поливал их ветер, поливал их дождик. И через время стали вдруг похожи. Это не чудо, это не загадка. Стал горький тот, который сладкий. Так изменился бывший сладкий перчик. За то, что рядом был и очень был доверчив. Будьте внимательны, и все будет в порядке. Они обязаны расти на разных грядках. Худые общества испорчат наши нравы, но это Библия, и Бог, конечно, правы. Их нужно избегать и обходить подальше. За внешней мишурой закрыто много фальши. Хоть друг и брат мой на тебя влияет, не очень чисто думать заставляет. В недобром деле помощи попросят, не верь друзьям, испачкают и бросят. Ходи подальше от кумиров ложи, друзей старайся выбрать осторожно. Чище будь он труднее и уже. Христос спасающий сегодня миру нужен.